Когда-то Австралию населяли более 500 племен аборигенов. Каждая такая группа жила как большая дружная семья, со своими традициями и языком. Даже соседи, обитавшие на берегах одной реки, с трудом находили общий язык. В окрестностях нынешнего Кернса жили три племени – Канканджи, Ириканджи и Джибиканджи. Сегодня потомки аборигенов работают и получают зарплату. Однако в их аборигенском языке никогда даже не было слова «работа».